Приветствую любителей неживой тематики. Очередная выставка «Риф в Израиле». И один из, на мой взгляд, интересных столов здесь. У нас серьезное производство, то есть золотая, вот. Представить. Михаил Чистяков. Михаил. Как фамилия? Щелчков Мика Гаи, да, кто не знает, на Ганзе его ник. Нержавеющий Дамаскин. Вот это он. Деда Васил, это наш. Привет. Я даже не надеялся вас увидеть, человек там грань, да, или какая там стальная. Я в смысле, не клинок, что там, да? Верят, клинок был. Был. Вот, в общем, вот он привез интересные модели. Наконец-то нам называют. Как он называется? Эльф. 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 Нет, это продается. Они же не продаются, как должно быть. Это все. Подними. Ножи на полу, говорю. Конечно. Это уже лишнее вываливается. По 250 уже идет. Короче. Так же вот. Есть. Что это? Куда его? Это мое. Я его просто положил, чтобы в руках не держать. А, ты сказал бы? Я бы не подымал. Это отвлекся, да? Да. Миди. Она вообще изначально для подшипников разрабатывала. Ну, так же. А потом ее нашли в хорошем примере. Интересный златоустовский столь. Разверни, как посмотри, держит, кто их принес. Я точно тоже даже не знаю. 95-й хорошо. Ну, это подшипник, конечно. Она из носа сколько? А это им в бёке. То есть, финочки, достаточно дешево, то есть поэтому цена такая невысокая. Она хорошо держит заточку, поэтому... Что-то тут звонил, когда, наверное, дня три назад, едет с итальянской какой-то выставки, везет какого-то Морфеони там хитрого, еще с кем-то. Даже двух? Компания Юрс, Ну я еще пока не успел пощупать, я улетел сюда. Очень. Такой же, да, правильно? Это углеродистый домашний. Где ты остановился? Это кожа. Ну, Сишма. Не может. Когда ты уезжаешь? Уеду 14-го. Нет, все хорошо, качество, подгонки, все уезжали. На каждом... Ну, все у меня тут. Вот тоже интересно. Я и к столерам, и туда, и туда. Расскажите мне, что это? Это не художественное отправление? Это масечка. Может, масечка называется «Волчий век». Волчий век. И вот этот тоже волчий век. Ну, все, вот уровень, волчий век. Ножи от компании «Волчий век». $150 А что это 440 означает? А? Что это 440? Славка, это твой что? 440-я цель, сталь. А, это сталь здесь стоит 440? Любой Дамаск. Здесь хронидур, здесь тоже хронидур. 600 шекелей. Вот этот вот с керенитом, конечно, интересно. 440-я цешка, да. Ну, это аналог 95-118 российский. Они с ней 6 лет работали, сейчас Южного Креста. То есть они там все отработаны технологии, вот и до. Отравление очень интересное. Это РВС. РВС. 95-й лучший РВС, наверное, не обрабатывает никто. Хочешь стать здесь? Я скажу, что ты наснимаешь, я потом посмотрю. Спомер очень интересный. Что это интересно? Это керенит называется. Сколько же у него толщина? 8 миллиметров или еще меньше? Толщина? Вот нет, я не про нож. Крем? Да. Я думаю, что да, наверное. Чем кориан? Это керенит. Я не знаю, как надо. Керенит. Я почему-то... Керенит. Или керенит, да. Нет, кориан это другой. Там больше на деревяху похож. Очень интересные тундры. Я их видел и в красном, и в каком они цвете. Разные, они бывают. Совершенно потрясающие. Вот красно-черный мне на кухне. Любит? Сейчас 18. Очень интересно. Не против, что я вас не снимаю? Ну что, ваши ножи? Это Ромкина, но я тоже.
Все за 250. Нет, он все абсолютно приедет. Да. На заказ он делал, я у него просил 18. Алло. Да. Ну, такая тебе Киршу. Это вот этого чела. Начинает приходить народ, пока выключусь.